Всем привет, меня зовут Алексей, и вы на канале Дуговик. И несмотря на жаркую погоду, мы продолжаем снимать видеоролики. И сегодня у нас обзор на аппарат плазменной резки Tomahawk 1538. И, конечно же, мы испытаем его в деле. Поехали! Данный аппарат позволяет нам производить резку до 40 мм. Работает он от сети 380 вольт. Также можно подключить его к электрогенератору, что позволяет его использовать в монтажных условиях. К большим плюсам данного аппарата относится длительный срок службы расходных частей. Есть возможность выбора резака для механизированной резки или для ручной резки и плавная регулировка тока. Также опционально можно докупить пульт дистанционного управления, что позволит управлять аппаратом совместно с механизированными каретками. Итак, плазморез имеет функции резки, резки решетчатых изделий и строжки для выборки дефектных швов. Индикаторы, которые нам указывают о работе, либо о каких ошибках. Регулятор тока и регулировку давления газа мы устанавливаем на встроенном регуляторе. Вынимаем и прокручиваем. Расход воздуха при резке составляет 280 литров при давлении 5,5 бар. Итак, для того, чтобы собрать плазменный резак для резки, нам понадобится электрод, газовый диффузор, колпачок, который выбирается в зависимости от силы тока реза, и корпус. Резать можно двумя способами. Опираясь на деталь, либо с контактным кольцом для лучшего обзора реза. Для строжки же идут свои расходные части. Сегодня мы произвели резку и строжку аппаратом Tomahawk 1538 от компании Lincoln Electric. Рез достаточно чистый, мне понравилось. Самое главное, выбирайте правильно расходные части резака для строжки и для резки. Ссылку на Tomahawk 1538 вы найдете внизу под видео. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!